Итак, мы прибыли в этот, как его, Краков Country. Так, все, в какую сторону идем? Вот у нас лошадь. Без ноги. Все, идем Иисус... в это быстренько и идем в ту сторону. Иисус идем. Краков. Вон все эти. Там, по-моему, туда надо было, нет? В ту сторону. Ты не смотрела карту? Чипа, скажи что-нибудь о себе. О себе. Давай покажи класс, как ты разгоняешься на самокате. На самокате покажи, как ты гонишь. Ладно, туда. Суперскорость. Сенца зачем прогнал? Синец прилетел сюда. Краковский дом. Барзо добджи дом. Чипас. Еще дом. Кэп. Это фигня. Знаменитая, наверное. Жабка, тебе уже надо водку? Тебе уже надо? Нет. Так она потом будет теплая. Лучше купить ее тогда потом, когда захочешь пить. Жабок тут на каждом углу. Вот это театр. Юлию Шипана Шадевича. Вот сам Юлия уж, походу, сидит в кустах. Railway station. Шпиланта. Башня. Неописуемой красоты. Fast noodles and pizza. Будешь? Fast. Просто заходишь, говоришь, fast noodles, ты сразу в лицо кидаешь. О, наш магазин. Деньги будем менять? Ну, тебе надо? Нет, пока. Ну, релакс. Не, ну давай поменяем, не знаю, 20 пелтос. Не, пелтос могут. Ну 20 поменяй. Да, по-моему, заброшено. Все, это знак. Можно перевести мне на революты, я могу снять с банкомата просто. Без комиссии. Давай так и сделаем. О, где были такие драконы? Везде в Польше, в Гданьске. А, везде. Да. Вот это знаменитые ворота какие-то. Венецианские. Книга фоткает. Книга. Блама Флорианская. Щелдренята. Макдональдс. Где? Там. Вон, Чикен хотела, кстати, в Макдональдс зайти. Вот как раз он. Смотри. Общайся с Чикеном. Я как бы возражений не имею. Я себе возьму милкшейк. А, вон он туда, на самом деле.
внутрь ворот. Ну куда ты идешь? Я не могу. Ну подержи, ну. Встань туда, иди назад. Я этот авиарист. Ну блин. Знаете, там Макдональдс есть. Ты хотела Макдональдс пойти похавать? Макдональдс. Если вы будете быстро ходить и фоткать, то мы можем зайти. Ну мы быстро фоткаем, быстро ходим. Ты не видишь, время снимаешь? Да. Я попробовал, что джанк ты тоже снял? Да. А, нет, твою я не видел. Все так фоткает? Ага. Надо дальше, наверное, отойти, это не видно нифига. О, там орел есть. Прикол. О, Шукай. Мы где? Куда мы едем сегодня? Большой вопрос, куда мы едем сегодня. Ну, мы едем однозначно в Катовице, а потом дальше непонятно пока. А мы в отеле отдыхать будем? В отеле отдыхать вечером будем, да. Вечером жесткая попойка. Мы с Серегой накидываемся в водяры сегодня вообще в сопли. Е? А то уже трезвая жизнь задолбала. Мы же в отпуске все-таки. А куда Валя опять пропала? Куда она исчезает постоянно? Я не знаю, она фоткает все 200 лет. Так. Да, Чипа? Мы по видео спецы. Не по фото. Просто Коста-Рика. О, а тут какой-то индус вообще наверху. Вы видели? Индус. Осторожно, смотри. Что говорит о чем? О том, что здесь было индусское иго. Мы идем в Макдональдс? Я не знаю. Мы пойдем в Макдональдс быстро перекусить? Позавтра. Потом? Спокойно сядем. Краковский магнит нам нужен. А это был Люблинский, да? Это Люблин был. Что? 19. Там был, по-моему, самый дорогой 18 злотых. Да? Ага. Кебаб фалафел. 19 рублей, говорит, стоит. А слушай, там было... Мы должны заехать в простой магазин. Обычный. Бедронный. Там, скорее всего, должен быть всегда сувенир. Ну, орайт, орайт. О, скалки. Ха-ха, прикол. А что за... Фан, типа всем скалки а нужны? Зачем? Что это такое? А, это на тесте, вон всякие рисунки да выдавливают. Лазером выжили. Прикольная выжили. Тема. Лазером вырезали, кстати. Так. Да, мы же делали с чуваком станок. Я не вижу. Ну как делали? Он делал, а я не делал. Мы можем как-то продвигаться по самому? Артем, иди сюда, здесь прикольно мусорно пахнет, из мусорных баков. Будешь нюхать? Нет. Почему? Контор.
Кто? Нет? А, это эти? Музей восковых фигур? Да, так они прикол. Могут сфоткать. Они отражаются. На них нажми. На них? Да. Там черт стоит. Уилл Смит? Да. Найс. Какой там черт? Черт. А, этот. Смердящий. Тайджер. Тайджер везде есть. Здесь может даже ногой не оставаться. KFC. Ага. Зачет. Дальше. В целом, типа 19 рублей, это сколько получается? 10 было 2, 4, 5 ну, баксов. Страшно. 5 баксов за штуку. Что, вон навалом магнитиков за миллион. 10. За 10? Ну да. Ну это за деревянные 10. Эти куро. Ну они разные. Мне надо с пейзажем каким-то. С кем? С пейзажем фарфоровый там. Красивый. Фотка. У меня тоже есть ночной краков. Видишь, вообще ржачный. Видишь, дракон. Бараны почему здесь, я не понимаю. У них, по-моему, символ города баран. Дракон, я знаю почему. Потому что он там всех жрал, а потом его... Я прочитала легенду. Не знаю, они там смотрят. Дорого все. Магнит стоит 5 евро. Обычно мы за 2 там 3 покупаем. Тенец стоит гордый. О, булки. Не тревожь птенца. Где? Обойди птенца. Да его никто не обходит, все, он уже. Да он особо и не тревожится. Он же, походу, привык. Нет, Варя. Спасибо. Мы быстренько тут. Он еще кто-то. Мы быстренько. Дима, ты реально все снимаешь, как ты долго? Пончики. А что экскурсию по городу ты не хочешь? Катанули бы нас с ветерком. Все бы посмотрели. Сколько стоило, надо было спросить. Чиба. Чиба. Может, вернемся? Руленбак. Запечек. Запечек, мничко. Пирожочко. Всичко добже бус. Что то естеш? Али трохо мовиш? Али какой красивый кадр вообще отсюда. Будешь фотать? Да? Ну ладно. Что? Инфо, да. Бери. Ой, магнитики, может быть, здесь есть тоже. Может, магнитики тоже будут? О, есть. Шикардосный. День добрый. Dragon is a symbol of Krakow, yeah? Yeah, it's a legend about. Yeah, it's not like a
is a symbol. The juggernaut symbol. It's like a Yeah, it's like a legend. Смотри, какой классный. Что? Ну, классный магнитик. Красный? Классный. He's the same in Scotland, yeah? Yeah. Такой хочешь? Красивый, вот да. Вот такие смотри. И дракон. Тоже есть. Да. Где дракон? Вот такой вот мне дракон. Нравится. Смотри. Такой? Да. С этими лошадками, которые не давали тебе спать? Да. Такой? Mm. Все, берем такой? Да, такой супер. Потом еще каких-то возьмем. We can take from here? Yeah, yeah. Ой, did you take your card? Yes. Дима, твоя карточка? Ой, да, она. Не-не-не, я просто. Да она плати моей. Вы уже покупаете что ли? Да, магнитик красивый, смотри. Дима купил, решил, что она такого очень нравится. Вот. Ну тут больше нет таких цветных. Вот этот красивый, вот этот красивый. Слушай, дракон интересный. Дракон это местная легенда. Он не символ, он местная легенда, оказывается. Legend. О, смотри, патроны нужны. Do you sell ammo? This is just after they was used Ah, okay. Just shells. Yes. Зачем? Потом... Нет. Ну, да выбирай, выбирай. Я просто пойду на это. Как его? Кто пищал? Где наш котёк катается? Гоняет. Alright, lads. Alright, lads. Что, какую? Название? На гугле посмотри. Что там качаешь? Давай качай быстрее. Быстрее давай. Что, не идет? Да, не идет. Дай слышу. Нам туда надо сейчас. На какую-то площадь там Прченскую.
Подожди, я снимаю. Я снимаю. Дочил. О! Иисус не зашел на нас. Что? А, да. А куда Чикен пошла? Что она там ворчала? Ладно, что тут у нас дальше? Ой, смотри, это колокола лежат. Ты видел? Маленькие колокольчики вроде. Нам вон туда вообще-то, если что. Ну там выход. А, типа мы насквозь идем просто? Лав Нью-Йорка зачеркнуто краков. А, прикольно. О, бабочка. Тебе надо. Что там? Вот трейдер. Бабочка. Тебе что там такое? Дергать. Маечка? Нет, бабочка. Да. Нет, я имею в виду маечка здесь? Ну, те же монеты, они же дешевле по 18. О! Это 25. Янтарь. How much? Чипа. По всем этим самым. О, лучше. Я сфоткаю те, где мы будем.
Куда они делись опять? Куда все разбежались? Ты видел Чикина? Нет. Она сказала, я себе что, я здесь. Нет. Да тут везде Макдональдс. Краковские знаменитые Макдональдсы. Ты ищи визуальный контакт с Чикином и с Сергеем. Чуть никого не видно. Вот класс. О, смотри, монашка. Ну, ты там Тарполит увидел, да? Да, ну там такие фуфлыжные. Фуфлыжные? Да. У нас, слушай, у нас Тарполит такие продают, да? У них вообще больше, чем у Хэнк. Да ладно. По-п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 о
Такие, да, у нас тоже продают их. Их убой носил, да, попочищили там самое, 2 километра. Сталиночка. Сталиночка. Какой дом. Much house. Very beautiful. Реновации, то естеш, курва. Так и добре, але шпердолям. Але ж дядька, что там робить? Ну да, они как гриня. Когда, где? А, куда мы заезжали? Да, да, да. Ну да, там было реально такое. Даунтаун.
Жабка, да, нам надо еще какую-то эту бедронку найти по дороге будет. Потом, когда поедем уже. О, рельсы, прикол. Найс. You alright, mate? Papitos. Страж. Страж Папитоса. В тим дому року Кранськева 19-14 в місячу серпню членкове кола Мещенського установили комітет рекорд зельників і чехов. Какой винтаж по приколу. Смотри, какой краник для пива, вообще огонь. Бомбино такой. Я бы такой хотел домой. Дети капитана Гранта. Один там не магазин, как запутываешь. Те этот самый продают эти ручки из разных баров. А, да? Эти, ну, пиво наливать. Прикол. Что там, не знаю, там десятки, сотни разных всяких пив. Эти ручки. Зачет. Можно выбрать свой любимый пиво. Приболтать куда-нибудь. Так, а вон малые. А что вы сюда идете? Назад. Чайка нам сказала назад. А, мы дальше пойдем? Ну давайте. Улица Святой Анны. Назад, в смысле назад? Мы решили идти вперед сюда. Святой Анны стрит. Казематы какие-то. Да. Вот это странная штука. Это толкан, ну, что ли, был? Выдвигающийся. Коллегиум Майес. Что это? Не знаю, коллегия какая-то. Музей университета Ячелонского. Музеум. Чел. Чел. Тикетс. Музеум шоп. Рок-а-бай. Рок-а-бай. Кофе шоп. Окей. Прошу, Джеки, не пер Джеки. Ой, только с маском лица. Да ладно. Там знакомься. Да сразу удар. Я маску потерял, как на лицо. В Китай. Чайна.
Сейчас мы уже идем. Есть. Мы тебе можем зайти что-то в Макдональдс и купить просто, и все. Больше никто не хочет особо в Макдональдс. Это для этих самых, от голубей. Чтоб не срали. Срали. Козлы, конец. Я так понимаю, мы дошли до конца вообще старого города. King Shu. Вот трэм. Все, идем туда, все. А, подожди. А? Мы же вроде до конца дошли, нет? Падре. Не падре. Старые дома и рестораны. Что в старых домах? Ну, в старых домах эти рестораны. На Кельне. Beautiful. All fucking around. Артём, садись в поезд. Давай угоним. Grand Theft Auto. Что там? Ресторан какой-то. Но сейчас не работает. Рестон. Брачка 6 апартментс. Брачка. Чи трамвай? Чай-то есть. Ну так идем в гостиницу. Beautiful, yeah. People. Я хочу поставить на
суперак. Ну, а нам через главную площадь полюбас обратно перейти. Прикиньте, это Диснейленд, там Микки Маус, да, и Микки Маус, а потом зажипили, что там хулигане. Сидеть. Ну, эти, не знаю, они делают эти бутерброды такие длинные. Да-да-да, я ел. Ничего, один съедаешь, порядок, ну, везде можешь сходить. О! Нет. На картах экскурсия по всему городу, прикольно. Варя не хочет. Садишься, тебя просто катают везде, и рассказывают. Это как рикша, да. Это, да? Гоняют, тебе все рассказывают, вообще шикардос. Нам сюда или дальше? На квартал? Ну давай Все, Артем, идем уже. Можете потом остаться в отеле посидеть просто? Мне жарко. Ну так я и говорю, может в отеле тебе посидеть потом. Но кому гулять будем еще. Ну, да.
Вот мы и добрались до замка. Это было жестко. Жесткая дорога. Чиндей муаши. У меня рации есть китайские, они говорят. Это включаешь. Там фоткаются. Да, beautiful. Надо зарефрешиться. Вау, вот это басака. Теперь я понимаю. Хер пойми, что кто строил. Винегрет из архитектур. Так, але слухай, видишь, тут должны быть экраны такие, то так там два. Твои волосы. Ты же сейчас мокро выйдешь. Какие-то руины. Что-то было здесь. Но статуи нету рук. Beautiful man. Проедь, Артём, насквозь, на скорости. Смотри, винегрет из архитектур такой, да? Нахреначили. Это башня для тебя. Это башня для меня. А слоненку. Нихуя. Yeah.
Один хрен с горы. Другой хрен с горы. Чё это зеленая фигня? Непонятно. Ну вот. Это, собственно, так. Идем сюда. Куда? К речке? Да, посмотрим, вон вид. Там будет сейчас шикарный. Там крупные капли были, оказывается. Да, крупные. Давай. Видон. Краковский Ковальский Яков. Добже? Пойдем на колесика. Secondo me la batteria è la cosa più importante.
Куда мелкий делся? А, вон. Гонит. А что там, тупик? Выход, что ли? Где чикен? Стрёмней? Там так, вот идёшь дорожка, да? У тебя брыз слева, брыз справа. Да? И там, да, и ты по хребту этому идёшь до конца. Круто. Жесть. Нет, там идти надо долго. Grand Canyon, на Fuck Beach. Никто так не говорит. Почему? А я просто меня не знаю. Мазафака, бич. Твою мать, сука. Может, я его так писал. Если хочешь полазить кому-нибудь, сказать. Типа так это, знаешь, заправить шорты, штаны. Да-да-да, я недавно как раз чуваку писал. Там, что-то написал в комменты, типа, можешь бежать в свою Россию. Ну, как я знаю, что, типа, заблочит, если я ему написал. Ну, я ему написал, go duck yourself. Ну, естественно, этот... Ты, знаешь, ты иди заправься, да? Ты же так и не знаешь, иди заправь сам себе. Велодорожка. О, полетел. Тихо. Вот у них убирали, там один кто-то колонный на самом. Короче, это мажа. Фотографируешь люки, да? Они написаны где? На нёбка наставили. Видишь, написано Краков, да? Угу. Думаешь, домой себя забрать, как свинья? Коллекция фотографий. Коллекцию люков не хочешь себе собрать? Даже куда они умотали опять? Вроде заморожком собирались. Так, чё, где они? Я на драконскую сторону нужно будет. Ну да, но они собирались за моржом вначале. Я думаю, они какой-то склеп какой-то приметили здесь. Не склеп, это спасать. Склеп. Слушай, интересно, под землёй смотри, как бункер. Ну да. Стрелять ещё. Погребная яма. Ну, погребная. Это Фиргус местный. Souvenirs. Tower Souvenirs. О, отсюда тоже nice view. Вон напротив тоже какая-то знаменитая фигня. Не помню, как она там уже называлась. Ой. Да, какая-то там. О, вот там тоже есть друг, дракон этот, ну такой в миниатюре, типа.
О, пиво. Саммерсбай. Да? Думаешь? Ладно, Вале сейчас будет звонить все равно. Можно потом сказать, что... А здесь и моржо было? Не знаю, я не знаю. Все добрый. Oh, no time, thank you. Замок здоровый, чем-то на Эдинбургский похож, кстати. А, вон они. Сюда? Сюда срезаем через газон. Как дикие. Что-то, наверное, моржо. И моржо там, и пиво. Сколько мороженого? Пива нету? Ну вот есть всякие лимонады. А где малые сидят? Малые сидят там. Возьми мне бризер, фризер. Окей, two big ice creams. Колу. Ванила. Колу и лимон. Колу и лимон. Йоу. Чё вы не в этом самом? Dragon Flight. Браво, браво, Филипп. И всё? The Krakow Eye. А, прикинь, да. Сейчас наверху нас застанет шторм. С градом. Жалко, нету здесь крыши. Да, мы тут все это, мы все это гуляли в солнце, и теперь облако. Да. Страшно. Журчишь? Мне снимать или фоткать? Ты снимаешь. Я снимаю эту фоткой. Кэнпэкт. О, Зендеск. Смотри. Здесь сидит. Нифига мба. Если страшно, писай просто, и все. Мне почему-то страшно. Давайте раскачивать. Да ешь! Да живые фотки получаются! Помнишь, ты крутилась? Вот крутиться было бы здорово. Да. Конечно, это... я раскручиваешься. Да. Это просто... Ну, он тогда бы начинал. Ты бы тут бы визжал, бы тогда, наверное. Блин. Я хочу... Скажите, когда мы на максимальной высоте будем? Да, хорошо. Артём, ну смотри, ну зря бабки что ли заплатить. Да. Смотри, как круто. Видишь, как она железно стабильно вниз, идет. Не что-то... Вниз не смотри, вон смотри. Так, наоборот, в этом прикол, вниз надо смотреть. О, там какой-то церковь, наверное, такая-то. О, Краков есть. Краков Айн. I can see. А вон и шторм подъезжает, кстати, на третьем. Да? На третьем. На третьем кругу точно, кстати, да, застанет. Вот и дождь идет, между прочим. Я думаю, да. Потом на горе тоже какая-то церковь. Мох на новостройке. Вот, мы на самом верху же. Да? Да. И мы еще встали при том. Да, мы вставали, кстати, специально, чтобы мы сфотографировали. Артем, чего ты журчишь? Мне тоже страшно. Я нет. Смотри вниз.
Соседей у нас нету. Не, главное просто смотреть туда, правда? Нет, главное вниз смотреть, это самый прикол. Не-не-не-не. Все, мы едем в зачет. А вон замок, кстати. Слушай, ну замок прикольный, я сфоткала, да. Замок. А там какой-то ТЭЦ. Ну смотри, nuclear power. Ооо. Плент, видишь? Да. О-о-о. Ну зачем это мне? Это дождь обещанный. Это кондиционер на тебя. Салфеток никого не было, правильно? О, смотри, тут здорово. Сейчас на вас тоже будет держать надо мной. Смотрите, мне страшно. На, подержи. А в чем держи? Нет, мне страшно. Вес будет неравномерный. И вы все. Ой, смотри, мы на самой крыше. Офигенно. А нас не затопят случайно? Не, не затопят. У нас кондиционер бы затопить лучше, чем вот, ну. Дима, ты не двигаешься, да? Не двигаешься. Я могу? Чуть-чуть. Я подвинулся, чуть-чуть, да. На меня так. Я подвинулся, да. Ой, а этот воздушный шар Краков? Я не знаю. На нем можно тоже покататься? Что он да, по-моему, да. Доброго сфера. Ну, по-моему, может быть, он не взлетает. Или взлетает, знаешь, он поднимает. Может быть, да, поднимает, потом пускает, как дрончик. Я. Да. Не знаю. Ну все, кондей долго. Да, точно. Ломанулся. Нас затопят. Нас затопят. О, люди заходят. А, вот как мы заходили. Здесь хорошо, это моя любимая высота. Хорошо. Давайте я вас сфоткаю, Рома. Эй, ну-ка. Тихо. О, спускаемся. Краков, ай. А мы ездили в Хельсинки? Это где, Финляндия? Да. Выше, выход. А мы выше? Сейчас такой недовольный стоит внутри, просто жесть. Чего радуйся, к тебе не течет. Вода холодная хоть? Где какая? Вон, видишь, какое-то колесо? Мокрая вода. Ну, смотри, американские горки. Это детские. Для малышей. Европейские горки. Посмотри, этот плаза выглядит заброс какой-то. Посмотри, там. Да-да-да. Там трава растет. Нет, заброс, заброс. Там на первом этаже что-то происходит. Чайка, а можно я сяду, если тебе? Зачем? Чтобы я хочу посмотреть вот прямо туда. Как посидеть? Можно ходить? Можно, но ты намокнешь. Просто встань и посмотри туда. Вот и все. Ближе туда сядь от Саши подальше. Ну что, the storm is coming? А во сколько шторм? Я бы сейчас посмотрю. Вечером. Сейчас посмотрю смс. Там не написано, просто написано, что... О, смотри, кораблик интересный. Да. У нас такой тоже был в Риге, но не знаю, он еще работает. С двух сторон лопасти. I can see the storm. Riders on the storm. А вон там, смотрите, церковь какая. Церпицы. Да. Смотри. И дальше еще смотри, вот там, где краны стоят. А если сейчас дверь открыть? Да вот ничего не произойдет, просто если вот. Ты выпрямишь, мне кажется, это произойдет. Ага. И дверь есть и открыта, просто очень мало. А мы на сколько взяли? Три круга. Три круга дают. Ты уже хочешь сойти быстрее? Нет. Я привык, в принципе. Да? Тогда посмотри вниз. Я
Блин, вот это хорошая высота. Я смотрю прямо на эти идти. Это высота взлета. Капает, капает в кабинке с кондиционером. Это не с кондиционера, это там сбоку. Там ну это у кондиционера всегда нужен отвод, куда выводить воду. То, что он собрал воздух, сделал холодную. Да, на чайку выводит. Теперь. Тебе страшно чайку? Нет. Я привык. Выще. Я хочу еще. Чего? Ну так едем еще один круг. Я знаю. А посмотри вниз, когда вы на самом. Надо было VIP на час брать и вискаря бутылку. Вообще огонь был. Просто кабинка открывается, такие трупаки вываливаются. Dead bodies everywhere. Так, что тогда следующее у нас? Этот курган. Тогда... И тогда Катовиц. А что это было в Катовиц? А? Пинбол. Он закрыл. Передумал? Стоп, пинбол? Да там пинбол? Опять паркинг нам искать. Нет. За паркинг платить. Пинбол. Этот пинбол встанет такой копейку. Пин? А? Что такое пинбол? У нас просто как, не знаю, кто-то все... Пинбол. А в центре у нас поселили?